Формат круглого стола, наверное, больше предполагает диалог, но тут накопился определенный объем информации. Я больше, наверное, хотел бы все-таки о принципах говорить, а не каких-то конкретных деталях. Почему именно роль кабанов в распространении АЧС? Очень часто этот вопрос дискутируется, потому как зачастую звучат такие, ну, не совсем в моем представлении аргументированные выводы о том, что основная причина неблагополучия – это именно наличие вируса африканской чумы свиней в популяции диких кабанов. И я все-таки хотел бы свою позицию по этому вопросу высказать. Также вот указал на слайде, что я являюсь президентом Глобального исследовательского альянса по изучению АЧС. Я понимаю, что в стране у нас, ну, как бы, тут каждый второй президент, но тем не менее это настоящая, значит, история. И, соответственно, сайт альянса находится на сайте Минсельхоза США, что, в общем-то, с одной стороны, несколько делает его консервативным и таким медленным в обновлении, но все-таки поверьте, что это действительно сосредоточение всех исследовательских групп, которые занимаются изучением африканской чумы свиней в мире, потому что, ну, вопросов довольно много, ресурсы ограничены, исследования затратные. То есть вот такая координация, я думаю, что она полезна. И все мое выступление, в общем-то, как раз строится вокруг анализа имеющегося международного опыта. И хотел бы начать с того, что у нас в этом году в определенной степени юбилей. В 2000, соответственно, 100 лет исполняется с момента публикации Юстаса Монтгомери первой статьи, посвященной африканской чуме свиней. Вот именно вот мы подошли к этому столетнему юбилею не с точки зрения даты появления заболевания, а с точки зрения его первого описания. Не сказать, что за 100 лет сильно далеко продвинулись. Вопросы в основном остались. Как раз на этих вопросах тоже хотел бы остановиться. Но есть и положительные моменты, есть определенный объем знаний. Что мы знаем на настоящий момент о вирусе африканской чумы свиней? Конечно же, мы в основном сейчас говорим о вирусе именно второго генотипа, который во всем мире, ну, я не знаю, насколько это политкорректно называется, тогда уж назовем по-английски Джорджия 2007, то есть Грузия 2007, то есть с момента заноса на территорию евразийского континента вирус не претерпел каких-либо изменений. Во всяком случае, в настоящее время все опубликованные данные указывают, что каких-то значимых изменений по характеру течения болезни нет. И второй важный момент, так как все-таки распространяется это именно сейчас на европейском, азиатском континенте, то надо отметить, что пока научные данные указывают, что восприимчивость диких и домашних свиней она одинакова. Поэтому мы можем смело, во-первых, экстраполировать те данные, которые получаются в других странах, а во-вторых, анализировать ситуацию в дикой природе, сравнивать с ситуацией с той, которая у нас есть среди домашних животных. Значит, немножко цифр. Сейчас много публикаций по анализу ситуации африканской чумы свиней, много прогнозов. Вот я думаю, что в ближайшее время выйдет статья. Соответственно, проанализировали коллеги с использованием математического аппарата, что сейчас в зоне риска заражения африканской чумой свиней находится 1 миллиард 388 миллионов голов. Это примерно половина популяции свиней, находящихся на земном шаре, именно домашних. Но при этом, что необходимо отметить, за весь период, ну опять этот период, опять 2007 год, занос на евразийский континент, 16 550 вспышек зарегистрировано. Ну, возможно, сейчас эта дата на как бы начало мая, может быть, сейчас немножко ситуация поменялась. Из них 12 тысяч вспышек – это среди диких животных, 4,5 тысячи вспышек среди домашних. Еще раз, это официальная регистрация вспышек. Это никак не говорит о количестве инфицированных, это просто говорит формальное уведомление, которое поступили. И, соответственно, только 41 вспышка связана с одновременным выявлением заболеваний среди домашних и диких свиней. То есть, если вы посмотрите на все эти цифры, конечно, вот такая кластеризация, когда так или иначе выявляется зависимость между возникновением одновременным заболеванием среди домашних и диких свиней, ну, она указывает, что это носит довольно редкий характер. По ситуации в Российской Федерации представлена информация с официального сайта Россельхознадзора. Опять же, на 16 апреля у нас ситуация категорически отличается. Опять же, за весь период, опять 7 года, 1094 вспышки среди домашних, 757 вспышек среди диких. Причины. Причины, я думаю, что это особенности законодательства и особенности системы нотификации, потому что если мы посмотрим на ситуацию в Германии, вот эта информация на 25 мая 2021 года, соответственно, с сентября ведется учет, ну, в связи с заносом и первым случаем выявления заболевания в Германии, то есть Германия уже навыявляла 1211 случаев вспышек заболевания среди диких животных. То есть, ну, сложно объяснить, у нас 700 за 11 лет, у них, соответственно, 1200 за
меньше, чем 11 месяцев. Конечно, у них больше плотность. Но опять отличие системы нотификации и зачастую в некоторых европейских странах, значит, случаем признается заболевание единичного животного, то есть каждое животное декларируется как случай в отношении диких животных. Зачастую это группа, зачастую это территория. Ну, в России по каким-то совершенно таким необъяснимым с научной точки зрения причинам заболевание диких животных носит единичный характер. И все-таки, мне кажется, вот этот слайд, который коллеги из Института Фридриха Лёфа на своем сайте размещают и регулярно обновляют, указывает на то, что при соблюдении минимальных требований по биобезопасности, даже при высокой инцидентности заболеваний среди диких животных, как видите, с сентября 2020 года ни одного случая заболевания АЧС домашних свиней в Германии не выявлено. Ну и опять же по Польше, если мы посмотрим статистику, вот эти желтые точки, то заболевание среди домашних свиней носит единичный характер. То есть опять все-таки, мне кажется, тут каждый должен делать сам выводы о том, насколько это важно именно с точки зрения предотвращения и рисков для домашнего свиноводства. Но вот в Германии ситуация такова. По России в целом, опять, если мы посмотрим на карту вспышек 2021 года, синие точки – это кабаны, красные точки – домашние свиньи, но зеленые точки – это у нас когда неизвестно откуда появились трупы домашних свиней. Соответственно, тоже мы видим, что наложение синих и красных точек не так много. И если мы, опять же, сравним с картой кумулятивной, во-первых, увидим, что в Европе, опять же, в сравнении ситуация намного сложнее, опять, скорее всего, не только по причине высокой плотности, но и системы нотификации. Но и по России, если мы посмотрим на карту, мы видим, что даже при заносе в популяцию диких животных через определенный промежуток времени, ну, так или иначе, разрешается проблема, то есть исчезает вирус африканской чумы свиней из популяции диких животных. После заноса заболевания в Европу и, в первую очередь, страны Прибалтики, которые очень небольшие по территории, был проведен активный мониторинг. Ну, изначально, конечно, так мы смело утверждали, что все заболевшие животные погибают. Сейчас, по данным европейских коллег, примерно 90% поголовья диких животных после заболевания гибнет, соответственно, 10% переболевает. Но по тем 10%, которые переболевают, опять же, есть данные, что да, естественно, они серопозитивные, но от серопозитивных переболевших животных еще ни в одном случае не удалось выявить вирус. То есть будем считать, что после переболевания либо животное погибает и перестает быть источником инфекции, либо оно переболевает и опять не содержит в себе вирус. То есть опять в этом плане через определенный промежуток времени заболевание в дикой природе при относительно низкой плотности поголовья, оно исчезает. Так, а можно следующий слайд? Я не могу отсюда переключить. Коллеги, помогите мне, пожалуйста. Так, вот, но это не мой. Ну, сейчас, наверное, сбой там. Разберутся коллеги. Перезагрузят, наверное. Так, пока грузится презентация, да, еще раз, все-таки ссылаясь на международный опыт, понимая механизмы передачи заболевания, я вот буду ссылаться на опубликованные источники, чтобы не выглядеть каких-то субъективно в своих суждениях. В 2019 году ФАО совместно с МЭП и Евросоюзом опубликовало очень хорошее руководство по, соответственно, анализу ситуации АЧС в дикой природе. Вот Алексей Голкин один из авторов этого документа. Так что можете задавать ему вопросы. Коллеги очень наглядно графически представляют, я извиняюсь, что здесь на слайде может быть мелко, все-таки циклы циркуляции вируса. И здесь на схемах указано следующее. В верхнем, соответственно, левом углу это цикл воспроизводства, то, что у нас называется личные подсобные хозяйства. Соответственно, в нижнем правом углу от вас это цикл воспроизводства в дикой природе. С левой стороны внизу это промышленное свиноводство. Как видите, связи между случаями в хозяйствах низкого биологического уровня и в дикой природе, но они минимальны, и в основном, опять же, вот на основании опубликованных данных, это больше связь обратная через выброшенные трупы домашних свиней в лесу происходит заражение диких животных, которые обитают на этой территории, и опять же, при наличии достаточной плотности происходит воспроизведение болезни какое-то определенное время. Я на следующем слайде покажу, как ситуация разрешается. Значит, в обратную сторону движение, да, возможно, опять с охотниками, возможно, соответственно, с попаданием разделанного мяса опять в цепь питания домашних свиней, но
опять, вот вы занимаетесь профессиональным световодством, насколько часто свиней кормят кабанятины? Ну, в общем и целом, и человек-то не сказать, что имеет прям свободный доступ к этому мясу. А то, что касается промышленных хозяйств, пока вот на основании анализа, проведенных, ну, международными организациями в области здоровья животных, риски, которые рассматривались, это занос через сельскохозяйственные культуры. Но опять я уже говорил, что коллеги из Германии тут проводили анализ рисков, нам сегодня на это указывали. Да, действительно, конечно, кабаны выходят на кукурузные поля, и, естественно, они, соответственно, там могут в том числе контаминировать эти растения. Но, во-первых, технология приготовления кормов, она, в общем-то, не предусматривает единомоментного попадания сразу же с поля в корм животным. То есть там все равно есть производственный цикл. И второй момент, опять же, все-таки уборка комбайнами, она предусматривает сбор вершков. Если же кабаны вытаптывают, соответственно, вот эти посевы, ну, тогда это уже ближе к корешкам. Поэтому, опять, даже в этом случае вот эти риски контаминации и возможности заноса таким путем, ну, они рассматриваются как относительно низкие. Поэтому еще раз хотел бы сказать, что вот на основании такого консолидированного мнения международного сообщества, конечно, возможен занос из дикой природы, но в принципе риск этот крайне невысок, и вот риски заноса из хозяйств с низким уровнем безопасности от домашних свиней он куда выше. Также хотел бы напомнить, сегодня много уделялось внимания обновлению, соответственно, нашей нормативной базы. Вступил в силу с 1 января 2021 года приказ «Ветеринарные правила содержания свиней», соответственно, в том числе и в хозяйствах разного типа, четко указано, что хозяйства огорожены, доступ диких животных ограничен, выгул запрещен, контакт исключен. Ну, тогда мы скажем, ну, это вот в законе, а в жизни это по-другому, ну, тогда это уже опять нарушение действующего законодательства. И опять, ну, эти нормы могут оспариваться в отношении мелких хозяйств, ну, уж в отношении промышленных свинокомплексов. Ну, очевидно, что прямого контакта между дикими и домашними животными, ну, в нормальной практике быть, в принципе, не может. Если мы опять не рассматриваем ту экзотику, которая тут регистрировалась, когда охранники где-то в лесу подкармливали, значит, кормом с свиноводческого предприятия кабанов для того, чтобы потом в них пострелять. Ну, это немножко казуистика, то есть с точки зрения нормальной практики, опять же, риск, он не такой высокий. По циклу именно непосредственно воспроизводство и эпизоотии африканской чумы свиней в дикой природе. Опять же, в том же самом руководстве FAO и MAP указано, что да, действительно, вирус при попадании, соответственно, в среду обитание кабанов заражает животных. И здесь указано, что еще есть сезонное увеличение численности поголовья диких животных, что определено естественными причинами. Происходит в том числе инфицирование животных, но в конечном итоге потом происходит массовый падеж. И в принципе, если не происходит межсезонная передача при достаточном снижении плотности животных, заболевание в дикой природе исчезает. Тут опять указаны риски распространения. Это в том числе охота. Охота, которая происходит к распугиванию, миграция животных, в том числе инфицированных, это миграция сигалеток, это также может быть связано с посещением лесов, но опять этот цикл указывает на механизм воспроизводства и распространения вируса в дикой природе. По заданию правительственной противозоотической комиссии сейчас реализуется на базе нашей организации тематика как раз по изучению региональных особенностей экологии дикого кабана и факторов, влияющих на распространение, а также методы по контролю. Там довольно большой набор пунктов, презентация будет доступна. Я думаю, что результаты мы планируем к концу года как-то уже подбить, опять же. Исследования такие проводятся, но, конечно, это исследование не столько экспериментальное, сколько аналитическое, потому что собственными силами выполнять большую часть из этих исследований у нас нет возможности. Но что было сделано? Опять были проанализированы вспышки в Российской Федерации. Опять, если мы кластеризируем, соответственно, вспышки, которые у нас происходят среди домашних животных, опять это красные точки, и среди диких. Вот довольно тяжелая ситуация была на Дальнем Востоке, опять же, по причине высокой доли ЛПХ в данном регионе на момент заноса. Ну, как мы видим, какой-то прямой связи между вспышками среди домашних и диких животных не прослеживается. Если на первых этапах, соответственно, может там как-то в равных долях выявляться и там, то с прошествием определенного времени наибольшие проблемы все-таки наблюдаются именно в личных подсобных хозяйствах. Опять же, насколько объективна статистика по выявляемости заболеваний среди кабанов, судить сложно, судя по тому количеству вспышек, которые регистрируются. Но, тем не менее, пока по тем данным, которые есть,
какой-то прямой корреляции между, соответственно, наличием чумы в дикой природе и среди домашних хозяйств не выявлено. И опять же, сегодня уже упоминалась Самарская область. Мы анализировали в силу того, что у нас там находится один из институтов федерального центра, ситуацию с распространением АЧС среди домашних свиней. И опять вот в результате проведенного математического анализа сделан был вывод об отсутствии влияния распределения популяции кабанов на вспышки АЧС среди домашних свиней и преимущественной роли транспортно-экономических связей в развитии эпизоотии в Самарской области. То есть был проанализирован именно тот массив данных, который доступен в разрезе отдельного региона. Основные выводы на май 2021 года. Применяем в настоящее время методики учета численности животных, конечно же, недостоверные. Здесь они нуждаются в уточнении. Это нам будет позволять делать более точный анализ имеющихся данных, какие-то прогнозы. Но все-таки распространение вируса АЧС, популяция дикого кабана в условиях эпизоотии за прошедший уже фактически 13-летний период не может рассматриваться как ведущий фактор именно в распространении заболеваний в региональном масштабе. Контроль численности кабанов – мера, конечно, важная, и, соответственно, но не может рассматриваться как единственная и должна быть частью комплекса, направленного на минимизацию распространения вируса. Ну и хроническая инфекция у диких кабанов дает возможность длительной персистенции вируса в окружающей среде и поддержания дымящей территории. По термину «хроническая» еще раз хотел бы пояснить, это не значит, что животные болеют в хронической форме, это значит, что постоянно возникают вспышки до той поры, пока не снижится плотность. И в этой же связи, конечно, основное влияние регулирования численности кабана – оно заключается в следующем, что если на момент заноса заболевания численность низкая, то, соответственно, срок циркуляции в дикой природе он будет намного короче. Если численность высокая, то потом при регулировании численности уже на неблагополучных территориях возникают риски распространения заболеваний во время там, регулирования численности, которое, опять же, осуществляется методом в основном отстрела. И, соответственно, конечно, это очень сильно продлевает период неблагополучия. То есть, конечно же, снижение численности имеет под собой определенное обоснование, но по результатам коллег, опять же, все-таки тут исследования проводились, очень сложно эту численность удерживать при наличии достаточной кормовой базы. И самым надежным инструментом регулирования численности, конечно, является отказ от искусственной подкормки в зимнее время. Но опять у нас есть определенный конфликт интересов хозяйствующих субъектов, которые подкармливают, и у нас есть тоже в определенной степени конфликт, связанный с развитием свиноводства, потому что сейчас промышленные свиноводческие предприятия, они в том числе наращивают кормовую базу, то есть они сеют культуры, которые используют для приготовления кормов для свиней, что автоматически увеличивает кормовую базу для диких животных, в том числе кабанов. То есть тут вот как найти в этой ситуации баланс, сказать сложно, но опять же методы рекомендованные есть, в том числе удаление трупов диких животных, но для этого надо это все контролировать, знать численность, четко понимать ситуацию и вовремя выявлять. Это то, что касается кабанов, и все-таки в заключении, в чем их состоит основная роль в отношении стран-экспортеров. Конечно, это критично для тех стран, которые экспортируют свинину. И я напомню ситуацию Бельгии прошлого года, когда формально неблагополучно оказалась Бельгия, но, соответственно, там примерно 700 метров было до Франции. И если формально, соответственно, трупы были бы инфицированных животных выявлены на территории Франции, значит, это означало запрет на экспорт из всей Франции, то, что сейчас произошло с Германией. И опять же, Германия, вот она тут рядом, через Люксембург находилась в той же самой ситуации. То есть проблема основная, конечно, с кабанами. Это то, что, попадая на территорию страны, они меняют статус этой территории, и при высокой плотности избавиться, контролировать ситуацию очень сложно, что и показывают примеры сейчас того, что складывается в Европе, в первую очередь в Германии. Я думаю, что и в других странах сходная ситуация возможна. Пользуясь случаем, опять, чтобы у вас была возможность из каких-то все-таки альтернативных источников получать информацию, поделюсь, что недавно совсем была опубликована совместными усилиями книга с участием в том числе сотрудников нашего института по изучению африканской чумы свиней. Вот это наиболее актуальные знания, все доступно, публично, открыто. Конечно, язык английский, но тем не менее все свои вопросы можно туда адресовать. Сейчас ФАО запускает глобальную инициативу совместно опять с партнерами из МЭП и, соответственно, с экологическими организациями, которые направлены на контроль и эрадикацию АЧС, но опять на основании частно-государственного партнерства. Потому что, конечно, сил никакого государства не хватит для того, чтобы контролировать ситуацию. Запуск назначен тут буквально на
следующие две недели. Можете следить за ситуацией, какие меры предпринимаются, что там рекомендуется в отношении личных пособных хозяйств, промышленных предприятий, дикой природы. За всем этим можно отслеживать. Кстати, тут, так как это ФАО, там официальный язык русский, то есть материал, я думаю, что будет доступен. Третий момент. Много сейчас дискуссий в отношении вакцинации. Высока вероятность, что вакцина против АЧС будет зарегистрирована во Вьетнаме в ближайшее время, начнет применяться, но поймите, что это не от хорошей жизни, и не потому что они надеются с этим решить проблему и искоренить АЧС, а потому что им надо предпринимать какие-то усилия. У них такая структура свиноводства, что тот путь, который прошел Китай или Россия, для них на данный момент неприемлем. То есть надо какие-то усилия предпринимать. Но от вакцины ожидания сейчас 60% защиты. То есть 40% опять она защищать не будет. И с точки зрения нашего законодательства, ситуацию сильно не поменяет. Потому что у нас при выявлении одного заболевшего животного все равно мероприятия точно такие же, как и при 100 заболевших. Значит, недавно совсем как раз Глобальный исследовательский альянс провел вебинар по не просто вопросу сейчас текущего дела по созданию вакцины, но и в том числе вопросы уже прорабатываются. Лицензирование, регулирование оборота и коммерциализации. Вопросов там масса, запись публично доступна, но опять же, только что проблем с языком. И в продолжении заседания вчерашнего экспертного совета я просто для наглядности после всей этой истории с Китаем хотел бы показать сейчас, как проводятся исследования на наличие, соответственно, генома вируса АЧС. То есть, как вы видите, учет ведется визуально. Соответственно, это компактное оборудование, срок проведения исследования составляет там порядка 30 минут. Четко есть ссылка, что не используется в клинической диагностике, что в случае там выявления положительных требует подтверждения, но как мониторинговое и скрининговое исследование, требует минимальных компетенций со стороны оператора и минимальных затрат по оборудованию. И опять вчера был вопрос по автогенным вакцинам. Мы недавно тоже проверяли аналогичную вакцину против КЧС, соответственно, корейская разработка, это цех по производству вакцины. То есть, соответственно, клонированы гены, которые защищают животных, протективные антигены вируса КЧС в листе растений, и если раньше наработка шлась именно вирусологическим методом, то теперь, соответственно, вакцина получается с использованием листьев растений, что решает массу других проблем, которые, опять же, вчера были озвучены. Но это вкратце, что я хотел в целом по информации сказать и где, в принципе, искать какие-то независимые мнения по складывающейся ситуации. Спасибо.